Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим рассказать вам про новый стартовый комплект от компании Elif iJust 21700. Устройство поставляется в белой упаковке. На лицевой стороне изображен комплект в цвете, который будет ждать нас внутри. Сверху расположилось название устройства, а в нижней части логотип компании Elif. На противоположной стороне указана комплектация и технические характеристики. Сбоку располагаются ссылки на все социальные сети. Открываем коробку, и первым делом нас встречает комплект в разобранном состоянии. Под поролоном находятся две инструкции. Одна на бак, а вторая на батарейный мод. Есть специальная памятка, в которой располагается информация о всех испарителях и о их вкусопередаче и количестве пара. Испаритель на 0,2 Ома. Далее идет USB кабель для зарядки. Зиплок с дополнительными орингами и заглушками. Есть стекло объемом на 4,5 мл. И переходник под аккумулятор 18650. Внутри батарейного блока установлен аккумулятор на 4000 мА. На лицевой стороне мода располагается кнопка Fire. Ее опоясывает светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от заряда аккумулятора. На противоположной стороне разместился USB-порт. В нижней части мода установлена крышка батарейного отсека. Минусовой пин подпружинен. Аккумулятор устанавливается плюсом вверх. Сам мод без аккумулятора практически ничего не весит. Коннекторная площадка рассчитана на атомайзеры диаметром до 25 мм. Атомайзер способен вместить в себе до 5,5 мл жидкости. Самое интересное прячется внутри. Это инновационный испаритель с достаточно необычной конструкцией. Он устроен так, что вы полностью забудете о протечках. Он равномерно распределяет воздух, что дает более насыщенный вкус. В нижней части бака располагается регулировка обдува. У нее есть стопы, поэтому прокручиваться на 360 градусов не будет. Комплектное стекло можно поставить любой стороной. Атомайзер является полностью разборным. Новые испарители действительно обладают невероятно насыщенным вкусом. Еще нас обрадовал тот факт, что объем аккумулятора вырос до 4000 мА и появилась возможность его замены. С вами был Сигаретнет Бай, спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.